Лайв-студія повернулася до вас. І у цьому часі будемо говорити про запуск роботи Фонду енергоефективності в Україні. Він розпочав фінансування перших 15 проєктів з утеплення ОСББ. Однак з цим виникли проблемні запитання, які саме будемо намагатися з'ясувати у цьому часі у цій студії. До нас завітали Станіслав Драганов, президент Асоціації ОСББ «Розвиток самоврядування» та Євген Майков, голова ОСББ «Прогрес». Вітаю вас, панове. Добрий день. Є питання і до вас, телеглядачі. Отже, чи хотіли б ви, щоб ваш будинок утеплили за державний кошт? Два варіанти відповіді – так або ні. Голосуйте. 726-3326. У вас є чудова нагода поставити питання з приводу теми ефіру до наших гостей. Отже, давайте на початку роз'яснимо для глядачів, що таке фонд енергоефективності, чому тільки зараз він почав свою роботу. Давайте, Станіслава, з вас почнемо. На самом деле, фонд енергоефективності – это давнішня очень ідея, которая вынашивалась и старались ее развить. Сейчас, наконец-то, он уже начинает запускаться. Был запущен пилотный сначала проект, это 15 домов на территории всей Украины, которые приняли участие в пилотном тестировании под названием «Первые ласточки». Один из домов – это дом в Одессе, Одесской области, это непосредственно вот СНД «Прогресс». И сегодня с нами как раз представитель правления СНД этого. В чем заключалось тестирование, закончилось оно либо нет? В целом процесс тестирования еще идет, то есть сам фонд уже начал потихоньку набирать заявки, но как именно будут исполняться, какие именно суммы будут погашаться и что для этого необходимо сделать, пока еще это дорабатывается. То есть непосредственно нужно протестировать на домах. Первые 6 уже получили свой энергосертификат из 15. И в дальнейшем уже система получения энергосертификата уже отработана хотя бы есть, а вот процедура непосредственно утепления, подбора подрядчиков, то есть будет тут тендер проводиться, либо будут какие-то определенные перечень этих подрядчиков опубликовываться, и из них мы будем потом выбирать. Пока это еще обкатывается. Угу. Одразу уточнення, скільки саме проєктів називають першими ластівками, якщо взяти урядовий портал, інформація на кінець минулого року, 10 ОСББ розпочали тестування процедур фонду енергоефективності. Ви говорите про 15. Тобто змінилося. Вони додали ще кілька домів, тому що дуже сильно просили прийняти участь в цій програмі. Например, от каждой области по одному дому, а, насколько я знаю, со Львова там поступило несколько домов, несколько заявок, потому что дома в плохом состоянии, необходима была поддержка, они получили поддержку от своего горсовета, и горсовет попросил включить их тоже в эту программу для тестирования, в связи с тем, что они достаточно активные в городской среде, і їх примір може бути показательний для всієї України в цілому. І про фінансування. Я знайшла, знову ж таки, інформацію, що загальний обсяг фінансування перших проєктів фонду складає 40 мільйонів гривень, передають у Кабінеті міністрів України. Це так? Це сума, да, але я думаю, вона буде варіюватися. Здесь нужно понимать, що деньги, які поступають непосредственно в фонд, це не тільки деньги України, не тільки деньги нас, як налогоплательщиков, но еще есть просто заинтересованные лица, которые дают свое финансирование для фонда. Есть заграничные программы разные, то же самое немецкие фонды участвуют непосредственно в финансировании этого фонда. То есть сама идея внедрения этого фонда, она, скажем так, не совсем украинская, она больше связана с нашим, ну, как бы имплементацией европейских норм и требованием непосредственно проведения энергоаудитов. Единственный способ, как провести энергоаудиты в нашей сегодняшней ситуации, это помощь либо государственной программы, но у нас в государстве не хватает, к сожалению, денег на все дома в Украине, а непосредственно еще дополнительное участие заграничных разных инвесторов, которые интересно протестировать какую-то свою продукцию на примере домов в Украине. Угу. То есть если мы знаем примеры других стран, у них ситуация там, перехода в ОСНД, у них это кондоминиум, например, назывались, она немного другая была, то есть там изначально была поддержка со стороны государства, изначально граждан обучали, как это будет происходить. У нас, к сожалению, это все происходит спонтанно и частями. Из-за этого возникают сложности с финансированием, с пониманием, как это должно происходить, причем на всех уровнях, к сожалению. Про теорію зрозуміло, а тепер до практики. Розкажіть, будь ласка, де знаходиться ваше ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і наскільки складно було долучитися до програми, і чому обрали саме вас? Во-первых, вам большое спасибо за то, что вы поднимаете настолько важный и современный актуальный вопрос. Начнем, наверное, отвечать, как обычно принято в Одессе, с конца. Насколько было тяжело?
конкуренция была достаточно высокой. Одним из основных условий участия в пилотных проектах фонда энергоэффективности это было наличие энергоаудита, выполненного европейскими специалистами. У нас, благодаря тому, что нашему дому опять-таки повезло, несколько лет назад мы принимали участие немецко-украинские энергоэффективные дома. Это был один из 20 домов по всей Украине, которому повезло, и у нас был проведен энергоаудит. На основе результатов этого энергоаудита мы смогли участвовать в конкурсе. Конкурс был безумно большим. Ну, то есть, я не знаю, наверное, с большей вероятностью метеорит бы сейчас мог бы упасть в студии, чем вот выиграть в таком вот конкурсе. Нам повезло, мы выиграли. Один из 15 домов по всей Украине. Да, не из всех домов, а только из ОСББ, но от этого не легче. То есть использовать такой шанс было бы, конечно же, очень правильно. А скільки взагалом брали участь у конкурсі? Якщо 15 обиралися, то зі всієї України сотні ОСББ хотіли? Сотні тисяч хотіли брати. То есть я не владею цифрами абсолютними, но сколько из той информации, которая до меня дошла, это при всем при том, что, зная ажиотаж и преференции, которые будут сделаны для пилотных проектов, желающих было крайне много. Это не сотни, это не тысячи. Это порядок цифр совершенно другой. Желающих было очень много. Mm-hmm. Другое дело, что не все из этих желающих соответствовали требованиям. Если пропустить через сито требования, которые там проводил фонд энергоэффективности, то, собственно... Відсіювалися вже на перший этап. Да, но даже отсеянных ОСНД было все равно гораздо больше за тысячи, и поэтому, да, участвовать просто повезло, и да. Де знаходиться ваше ОСББ? Космонавтов 56, угу. Наш район Черемушки, да, ОСББ «Прогрес». Вот. Я, якщо відкрити карту міста, то це будівля у 5 поверхів. Дозволю собі припустити, що це Хрущов. Да, це стандартна хрущовочка. Да. Более того, фонд енергоефективності якраз і ставив одну із задач. Вони пытались брати в качестві пілотних різні проекти і типові проекти. Тобто Львов був там 16-этажка і новострой. По Одессе это была хрущевочка пятиэтажная, там в Херсоне, если я не ошибаюсь, там четырехэтажная хрущевочка. Они брали типовые проекты. Для чего? Чтобы им можно было видеть, как люди реагируют на условия фонда. Так, и чему вас выбрали? Почему нас выбрали? Так. Потому что у нас самая длинная и красивая борода с усами. Вот, видимо, так. Я не знаю, почему нас выбрали. Это комиссия, которая выбирала, она не озвучила причины, по которым они отбирали. То есть просто счастливые 15 про совершенно верно. Да, да, да. То есть вот так. Так, что теперь с финансированием, что с обещанками и их выполнением? Значит, со стороны фонда энергоэффективности были крайне приятные и тепличные условия, то есть это было возможность получить для нашего дома два энергоаудита проведения с последующими сертификатами до проведения мероприятий по энергоэффективности. Может быть, имеет смысл зрителям объяснить, в чем заключался механизм энергоэффективности и вообще всего, что происходит. То есть фонд энергоэффективности предоставляет средства. Это не обязательно кредитное средство, как существует стереотип. Предоставляет, покрывает от 60 до 70% в зависимости от того, пакет А либо пакет Б, на мероприятия, которые направлены на улучшение энергоэффективности. В случае нашего дома мы запросили замену труб старых, устаревших в 50-летнем доме на пластиковые. Их утепление и установка оборудования Danfoss климатзависимого, которое бы позволило регулировать давление в нашем доме и экономить по результатам энергоэффективности 25%. Да, конечно, да, трубы именно отопления. И по результатам энергоаудита, который был проведен все-таки немецкими специалистами, они рассчитали, вначале мы ориентировались на то, что это будет 30-35% экономии, а по факту 25%. Они сказали, что на цифру 25 мы выйдем в экономии, если проведем эти мероприятия. Помимо этого, в конце этих мероприятий
фонд энергоэффективности смотрел, что сделано на самом деле, и дома предоставлял паспорт энергоэффективности. То есть в случае, когда это пилотный проект, разрешительная документация, которая ведет там инженерные сети и ввод их в эксплуатацию, сертификаты энергоэффективности до проведения и после энергоэффективности задокументированы. И на основе результатов проделанной работы паспорт энергоэффективности это невероятное количество денег, которое, ну, положа руку на сердце, мало какому дому под силу сейчас в наших современных условиях. В случае участия в фонде энергоэффективности это были преференции, которые нам доставались в качестве бонуса, и это делалось высококвалифицированными немецкими специалистами, и это не европейского образца документа, а международного образца документа. То есть это были очень-очень-очень тепличные условия. Но, к сожалению, мы столкнулись с самой неожиданной для меня проблемой, которая поставила под сомнение и вообще почти разрушила все надежды на дальнейшее наше участие в фонде энергоэффективности. Это, к сожалению, какая-то часть оппозиции, которая возникла в результате недопонимания результатов... Оппозиции среди мешканцев. Да, 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 да. Среди жильцов организовалась группа, которая вместо того, чтобы услышать там голос разума истины и там разобраться в вопросе, они услышали единственное слово в этом всем — кредит. И несмотря на то, что если бы мы пошли по пути кредита, то спасибо городским властям, с их стороны тоже очень большие преференции были выделены, 35%. То есть всего 60% со стороны фонда энергоэффективности плюс 35%. Мы бы за те мероприятия ремонтные... Да, 95% мы бы потратили... нам бы вернулось бы. Возможно, чуть меньшая сумма, если учесть там, да, какие-то кредитные начисления. Но это все равно крайне-крайне выгодно. Скажите любому дому сейчас в Одессе, что сделайте ремонтные работы, вам вернут, ну, пусть даже 80%, да, затрат, которые вы проведете, я думаю, любой дом будет рад. В нашем случае люди услышали только единственное слово «кредит», и они воспользовались опасением со стороны жильцов, ходили по квартирам и говорили, ни в коем случае мы выступаем против участия в этой программе, мы ни в коем случае не будем брать кредит. И наши дальнейшие убеждения, которые были не только со стороны меня, представителей фонда энергоэффективности, представителей, которые приехали из Берлина специально для того, чтобы донести там голос истины до наших жильцов, мы пытались сказать, что не обязательно участие в кредите. Давайте соберем своими силами там, сумму, о которой мы говорим, сумму проведем ремонтные работы, предоставим фонду энергоэффективности квитанции. Слово «банк» здесь не участвует вообще, и кредит слово здесь не участвует. Но нет, людям, каким-то людям было выгодно пользоваться недоверием людей, других жителей, бабушек, пенсіонерів, їх можна понять. Многі опасаються кредитів. У них випробування, да, що кошти не повернуть, і на будинок буде покладено 95% цього, ну, так, гораздо хуже. Їх уговаривали в тому, що це председатель збирається взяти кредит для того, щоб от з кредитом убежати куда-то в теплые края. Ну, знаем мы прецеденты, когда обманывают, да, людей, тому... к сожалению, этому есть благоприятная почва. Были какие-то недобропорядочные председатели, которые подготовили почву для таких слухов. Нашим людям, бабушкам, дедушкам и людям легковерным многое не надо, да? И, в общем-то, на этом люди, которые преследуют свои корыстные цели, удалось сыграть. А какие в них цели тогда корыстные? Больной вопрос. Я не хотел бы переходить на личности и так далее, но вот я пытался проанализировать оппозицию и ее поведение, и ее мотивацию. И вот люди, которые участвовали вот в этих вот сборах подписей против участия в фонде энергоэффективности, раскачивание мнения дома, настраивание против меня людей, соседей, это... Очень интересная категория. Одна категория — это домохозяйки, да, которым, в общем-то, нечем особо заняться, им нечем реализовать себя в жизни.
Вот, наверное, они таким вот образом находят там выплеск своей энергии. Вторая... Это сериальные пристрастия. Да, не то слово. Там просто детектив можно писать. Угу. Вторая категория людей – это люди, которые рекордные должники по дому. То есть вот двое людей из оппозиции, которые да, составляют там человек 4-5, вот двое из этих 4-5 – это не бедные люди. У них несколько квартир, у них машины, дачи, да? И у каждого борги, из них. Борги за... Они никогда не платили в нашу СНД ни копеечки денежек, да? Угу. То есть вот среди них есть такие. Я бы понял, если это какие-то малоимущие слои населения, либо маргинальные слои населения. Но нет, здесь совершенно обеспеченные люди. И мне очень обидно, когда речь идет о том, что бабушка, которая со своей пенсии выкраивает там и субсидии там, оплату за ОСНД, рядышком с ней стоит колонка в счете там, вот этих вот людей, которые раскачивают дом, они лишили эту же бабушку того, что она бы могла платить там еще меньше за отопление. То есть, ну что я там? Я так думаю, эти люди еще говорят, что а мы ж не погоджувалися на ОСББ. Возможно, так речь не шло, но одна из барышень, которая участвует, принимает активное участие, это она себя называет председателем другого ОСНД. И, в общем-то, она себя видит как человеком, который готов занять место председателя СНД в моем доме. Угу. Хотя недоверие, конечно, со стороны жильцов, ну, порядка 80% к этой женщине есть. Более того, самое отвратительное и ужасное, что мало того, что вот действием вот таких, такого буллинга, да, ну, это, собственно, аналог буллинга, да, только по-взрослому, он блокирует всю работу СНД. То есть очень тяжело что-либо начинать, зная заведомо, что любая инициатива, которая будет тобой сделана, она будет приниматься в штыки. Люди настроены категорически против. И как ни старайся сделать хорошо, это очень сильно выбивает из колеи. Мало кто из членов управления готов дальше вот а как вести. А яка наразі ситуація? Якщо ви виграли в тестовому режимі взяти участь у програмі Фонду енергоефективності, якісь да. процеси вже були запущені, німці приїжджали, то наразі все зупинилося і в такому підвищеному стані? Проділена колосальна робота. Действительно, сделан энергоаудит нашего дома. Первая часть энергоаудита немцами в рамках программы «Немецко-украинские дома», вторая вот в рамках уже программы «Первые ласточки». Сделан энергоаудит. Мы его имеем в электронном виде, но мы не имеем документального подтверждения. Для того, чтобы продолжать участие наше в фонде энергоэффективности в пилотном проекте «Первые ласточки», нам надо было собрать общее собрание и проголосовать за то, что мы готовы по этому пути идти. Но, собственно, вот та самая группа, о которых мы говорим, людей, сборы, они сорвали эти сборы, они сделали все для того, чтобы собрание не прошло. Одна из барышень опустилась до того, что она вот просто список людей, которые присутствуют на собрании, порвала. Это документ, который принадлежит СНД. Она его разорвала на глазах у всех и показала неприличный жест человеку, который приехал из Берлина только для того, что... Да. И... А сколько квартир? Еще трипарадная будильня? Четырехпарадная, то... да. 80 квартир в доме. Не так много. И не можете выходить домовиться между собой. Понимаете, договариваться с людьми, которые идут путем шантажа, не в моих правилах. Опускаться до их уровня сплетен и интриг я тоже не готов. И получается, что между порядочностью и интриганством правление оказывается беззубым и безоружным. Угу. У нас нет времени на то, чтобы ходить по бабушкам и дедушкам и рассказывать по полчаса, какие все остальные плохие и нехорошие. Угу. Мы постарались сделать все, что смогли. Мы пригласили специалистов разного уровня, очень высокого. Фактически разговор о нашем участии там, в этом фонде шел на уровне правительства Украины. Очень обидно, что это дальше продолжается. И более того, ситуация, которая назрела, она усугубляется. И люди, которые почувствовали свою силу, они дальше используют это все против
членов правления и так далее, и против меня, в частности, это очень сильно напрягает. Станіслава, якщо відсторонитися від ситуації, все ж таки ви теж голова правління одного з ОСББ, чи можна якось допомогти? Чи такі людські сварки ні до чого доброго не приведуть? І, на жаль, просто буде знівельована робота фонду енергоефективності в цьому будинку? Тут, к сожалению, ситуация такая, что внутренние действия в каждом СНД, они происходят по-своему. То есть кто-то слушает председателя правления, кто-то помогает ему, а кто-то реагирует на слухи более важное для него, он считает, чем реагировать на какие-то реальные нормативные документы, которые председатель правления готов и предоставлял всем, кто у него это спрашивал. И эта ситуация, на самом деле, не единичная, к сожалению, она есть и в других, в том числе, объектах. Особенности это все подтверждается тем, что нет глобальной такой политики, объясняющей, как вообще работают фонды, как работают кредитные программы. То есть до сих пор есть вера у многих людей в то, что если кредит, то обязательно арестовывается квартира, а если это СНД, то арестовывается весь дом, не дай бог просрочка будет в течение там, одного месяца, и весь дом продадут с молотка. Так, усі забирають квартири, приїжджають колектори, а кредит ще й під 30% думають. А там ще сумасшедший кредит, і ми всі вдома будемо скидуватися, і ще й сім'ї наші туди попадуть. І взагалі це ужас. Ні одного примера такого на території України взагалі ніколи не було, але в то же время ці слухи як-то далі продовжують жити, розпространяються, і ця ситуація частично повторяється в інших домах. Хтось із нього виходить і доносить до людей все-таки, як-то люди починають оцінювати і думати. В этом же случае, то есть уже прибегали к обычной математике, то есть показывали, ребята, смотрите, давайте посчитаем, сколько денег нам нужно собрать для того, чтобы провести те или иные ремонтные работы, сколько мы уже собрали. Более того, на сегодняшний день здесь, кроме самого фонда украинского, еще и горсовет оказывает поддержку, что в принципе, ну мы считали это фантастикой на самом деле, 35% от города для того, чтобы дом принял участие в фонде и показал пример всем остальным домам в городе Одессе. Это колоссальная сумма, на самом деле. Более того, город согласился помочь этому дому и провести ремонты крыши, что, в принципе, тоже очень позитивно сказывается в дальнейшем развитии этого дома. И это реально был бы хороший пример. Ну, давайте не будем в прошлом. Будем надеяться, что когда ситуация это разрешится в любом случае, и у людей все-таки как-то логика сыграет больше роли, чем вера в какие-то слухи и мифы. И мы верим в то, что дом в итоге выкарабкается, люди сами начнут посчитают, посмотрят, как это все будет работать. Примеры в Украине есть, как и в том числе в Одессе, те, которые участвовали в разных кредитных программах, ну, проблем не было ни у кого. То есть реально выделяются средства, реально проводятся работы, и это действительно эффективно. И возникал у меня всегда вопрос, почему в Днепре 99% домов при объявлении кредитные программы «Теплые кредиты» сразу же подали заявки и приняли участие, понимая, что эта программа не может быть постоянной, понимая, что бюджет Украины ограниченный у нас, и пока есть такая возможность сделать ремонтные работы треба частично за счет, так, нужно успеть лучше туда влезть. Почему Днепр это понял? Почему в Одессе до сих пор продолжают распускаться слухи? Еще у меня всегда возникали вопросы, кто в конце концов эти слухи распускает и зачем, более того. То есть я понимаю так, что городу выгодно, наоборот, чтобы как можно больше СНД было в городе, как можно больше сделать ремонтов не за собственный счет, а за счет участия в украинских программах. И как бы, городу так будет проще и свободнее дышать, потому что у всех в СНД всегда один вопрос. Почему нам не отремонтировали дом, когда его передавали, и почему город отказывается поддерживать дом дальше? Почему джековские дома поддерживают, а СНДшные нет? Вот как раз возможность это все сделать. И я так понимаю, город увидел возможность в лице Евгения на космонавтов показать пример, что так можно делать. Давайте принимать участие в фонде массово. Там, естественно, не будет уже 95% компенсации, но здесь можно показать максимально возможно, что можно вообще выжать из этих всех программ. Але наштовхнулися на супротив мешканців, і тоді вже, на жаль, наш ефірний час добігає до кінця, то останнє запитання все ж буде до вас. Що робити далі? Чи будете далі боротися? Адже місце, я так розумію, просто віддадуть під інший ОСББ і все. І вам потім не бачити цього місця. Дай Бог, щоб далі комусь, щоб хтось ще успів використовуватися цим шансом і так далі. Я би рад, тому що
Да, потому что фонд же энергоэффективности, он тестирует, ему даже отрицательный результат – это результат, и ему надо видеть, что да, действительно, как бы вот что-то не так. Может, как-то надо что-то по-другому использовать. Ну, будем надеяться на то. В нашем случае, я так думаю, что у нас есть еще два запасных хода, которые я пытаюсь реализовать. Это решать вопрос непосредственно на уровне правительства. Я подготовил письмо, чтобы Зубко обратиться к Зубко. Это глаз вопиющего в пустыне. Это совершенно удовлетворяет всех и мою позицию, и никаких кредитов и так далее. Но давайте смотреть правде в глаза. После такого отношения, после таких склок, стоит ли? Зрозуміло. Давайте почуємо наших телеглядачів. Ми ставили запитання, чи хотіли б ви, аби ваш будинок був утеплений за державний кошт. 99% Караул. Людей хочуть, Караул. Щоб ви утеплили. Боже, сусіди, увидите це, пожалуйста. Я дякую вам за розмову. Бажаю, аби питання врешті-решт вирішилося. Станіслав Драганов, президент Асоціації ОСББ «Розвиток самоврядування» та Євген Майков, голова ОСББ «Прогрес», були гостями нашої студії у цьому часі. Ну а далі світові новини. Спасибо вам. Спасибо.